Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и у меня на канале образовалась какая-то банда людей, кто постоянно пишет: Закупыч, сними лоскитис. Сними лоскитис под всеми видео. Поэтому я читаю все комментарии. И поэтому снимаю лоскитис для нуждающихся вот в лоскитисах. Давайте начнем распаковку. У нас сегодня будут сколько штук? 4 штуки. Они сейчас на распродаже. Представляете, 200 рублей в детском мире стоит вот такая пачка. Вот это стоит 200 рублей, вот это стоит 99 рублей. Вот, 90 рублей. Купил себе две таких, потому что не знаю, все ли хотят лоскитис. Если хотят все, то куплю побольше всего. Вообще, конечно, мне вот эта третья серия, она уже надоела. Хочется первую, вторую серию поснимать. Там хотя бы повторок у меня не будет. Здесь очень большая вероятность, что у меня будет повторки. Итак, это мышь в банке. Смотрите, у меня выпала наклейка. Мышь в банке. По-моему, у меня такой не было, кстати. Вроде бы так. И коллекция. Коллекционная бумажка. Мышь в банке. А как она выглядит? Я ее не вижу даже здесь. Кто знает, как выглядит мышь в банке? Сейчас будем смотреть. Открываем. Открываем лоскитину. Так, смотрим. Кто там? Опачки. Пакетик. Пакетик. Да, Валюш, сейчас мыши побегут, так что закрывай дверь. Ой, какой мягенький. Какой мягенький плейдо. Хороший. Плейдо хороший. Качественный в мышах. Теперь открываем саму мышу. У нас такой нету, да, Валь? Ты же помнишь всех, Валя у меня снимала все видео, вся наша коллекция. Нет, такой нет. Смотрите, вот такая мышка, которая куда-то смотрит. И она, смотрите, вся какая-то бракованная. Здесь какие-то трещины, здесь трещины. Что-то качество Hasbro подвело. Но меня радует, что у меня нет такой мыши. Да, это мышь, которая такая робкая, смотрит куда-то. 150 всего. Но это... А сколько? Валя не знает. Напишите в комментариях, кто знает, сколько всего их. Так. Корона, бро. Что-то у меня горло село. Я просто сегодня уже много видео снял. Это очередное видео. Так, ну тут бумажка должна быть точно такая же. Так, это что такое? Так, это нам не надо. И это мышь, которая обожралась и валяется, да? 2018 год, представляете? 2018 год, уже почти 3 года прошло, а они новую коллекцию так и не выпустят. Ставь лайк, если ждешь новую коллекцию. Итак, это мышь, которая валяется на спине. Что-то я снова такой не вижу здесь. Где? Где новая мышь? Открываем, давайте смотреть. Так, опять желтый цвет. То есть опять желтая глина. Надо будет сразу ее замешать сейчас. Ой, прилипло как. Прилипает на ура. О, уже побольше глинки стало. Зимой, кстати, хорошо ей играться. Знаете, когда на улице в песочек не поиграешь. А у тебя есть лоскитис глинка. Вот такая. Смотрите, пирожочек какой получился. Пансе у меня получился. Что такое? Я хрип. И это мышь, которая натянула щеки свои зачем-то. Странно. И у нее практически нет хвоста. Очень странные мыши. Не, за 90 рублей... Даже за 90 рублей вот это дорого. Не, ну с учетом глины, наверное, недорого. А просто за фигурку дороговато. Так, с этим мы разобрались. И у нас наступает время открывать большие упаковки. Где кошки должны мучить мышей. У меня там, кстати, практически вся коллекция. Так что сейчас будут повторки 100% выпадать. Если кто не знает, чтобы в магазине сразу не... Если вы покупаете много, вот как я, две. Я, видите, смотрю, чтобы номера были разные. Видите, тут... 926-71-05, а тут 10 у меня. Хотя партия одна, 9-2019. Вот, можете запомнить. Сейчас я буду открывать 926-71-10. Вот.
скорее всего, если вы купите такой же номер у себя в магазине, то вам попадется точно такая же кошка с мышами. А то меня подписчики часто просят, а ты не помнишь, какой номер был у тебя. Друзья, я вообще, я видео снимаю, два видео в день, я не помню, что вчера было. Я не помню, какие видео у меня вчера вышли, а вы мне говорите, какой номер был у тебя год назад в видео. Представляете, нужно такое помнить. Ой, ой, что-то все разлетелось. Крышка открылась, вывалилась. И оттуда вылетело вот это. Это, скорее всего, вылетела кошка. Давайте посмотрим, что за кошка. Да, все, я понял. Это кошка, у нее на хвосте будут мыши сидеть. Это кошка, у которой напали мыши. Так, вот эту штуку надо надрезать, чтобы она хорошо крутилась. Вот так. Так. А тут надо отклеить. Ну уже. А, она вот так снимается и все. Нормально. Так. Вот поэтому я и не хочу их покупать, потому что одни повторки. Вот такой коллекционный у нас гайд. И наша кошка, вот она. Дози. Дози Ю-И-Йо. Ю-Йо. Ю-Йо зовут мышей. Прикольно. А кого у меня нет? У меня практически... У меня нету вот этих, которые силачи стоят на кошке. Вот таких у меня точно нету. Вот такой у нас мини-комикс. Смотрите, мыши смотрят на кошку. Мыши подошли к кошке. Мыши напали на хвост кошки. Типа они играют с ней. И остается нам только крутить. Тут где-то должно быть переключение. Ну как тебе переключить? А, надо было отклеить, наверное, эту штуку. Да, и вот я переключаю рычажок. Все, теперь у нас пошло. Раз мышка пошла. Вторая мышка. Все. Все мышки вылезли. Чик. Первая. И чик. Вторая. Все. Все. Так, пластилин я потом замешаю. Открываем самих мышей. Вот наша первая мышка. И сразу же вторую беру. И вторая мышка. Вау! Посмотрите, какие милахи! Милахи-очаровахи, которые мучают кошек. Но я здесь на стороне кошек. Кошка должна была съесть мышей. Вот, смотрите. Опа. Видите, вот так мыши напали на кошку. Вот так они должны храниться. Ну, выглядит, конечно, интересно. Необычно. Это не самая плохая фигурка. Мне она нравится. Остается нам открыть последнюю упаковку. Давайте открывать. Посмотрим, кто же нам выпадет тут. Так, правильно надо открывать вот здесь написано. Но опять же, у меня никогда не получается открыть это дело правильно. Вот, тяну язык. Вот видите, он оторвался. Что я должен был сделать, если он оторвался там? Так. Ну же, давай. У вас тоже всегда так открываются упаковки? А по идее же продумано, знаете как? Потянул за язычочек и все открылось. Но почему-то это у меня не работает. Открываем коллекционную бумажку. Смотрим, кто там. Так, коллекционная бумажка. И это мыши, которые спят вместе с кошкой. Такого у меня нету, по-моему. Это что-то новенькое. Давайте смотреть на них. Открываем для начала кошару. И внутри кошары, то есть внутри пакета находится кошара, который спит вот так, видите? Он, знаете, такой прямой, как колбаска, мне кажется, он может спать даже на спине. Ему без разницы, как спать, он может спать вот так, ему хорошо, и глаза у него такие узкие, вообще классные. Не, кот классный, коту лайк. И достаем мышей.
Ну а что у меня тут прилипло на палец? Ах. Так, все. Глинку достал. Достаем мышей номер раз. И сейчас достанем мышей номер два. У меня уже огромная коллекция. У меня полная 3-литровая банка мышей с котятами. Так. Надо открывать свой музей игрушек. Так. Как вы думаете, для музея игрушек сколько будет билет нормальный, входной? Я думаю, если я в Подмосковье открою музей игрушек, то билет туда будет стоить 200 рублей с человека. Нормально это или нет? Или это дорого? Жена говорит, что это дорого. Итак, вот она, наша первая мышка. Она лежит на кошке, скорее всего. Да, они такие, знаете, похожи друг на друга мыши. Они отличаются только пятнышками. Вот видите, у этой есть пятна, у этой нет пятен. И они такие полукругленькие. Давайте посмотрим, как это правильно должно выглядеть. Да, я был прав. Кошка лежит на спине, а мыши у нее на животе. Вот они. Называется Spring, Snose и Dose. Ну, распаковка прошла успешно, я считаю. Только одна повторка у меня выпала. Остальных у меня нету. То есть кошка лежит вот так. Одна мышь у нее лежит. Вот она. Вот здесь. А вторая мышь вот здесь. Причем пятнистая лежит сверху. Там на рисунке нарисовано то, что пятнистая сверху. Вот, вот так они лежат на кошке. Не, класс. Слушайте, я доволен. Если хотите еще Лоскитиса, то набираем 5000 лайков, снимаю продолжение. Ну, на этот раз я куплю побольше всего. И если кто не знал, то вот эту штуку здесь можно открутить, чтобы достать всю глину без остатка. Вот. Я сейчас это и сделаю, потому что я хочу себе всю глину. Она у меня хранится. Я ни одну глину не выкинул. У меня вся глина вот эта хранится в пакетиках, которые идут в наборе, в больших. В больших наборах идут наборы пакетиков. И в этих пакетиках вот все у меня хранится. Теперь я сейчас все это дело замешаю и добавлю в свой набор. И будет очень даже хорошо. Интересно, какой цвет сейчас получится. Так. А у вас много котят? Какая серия вообще нравится Лоскитис больше всего? Мне, наверное, нравится вот вторая и третья. Наверное, вот так. Первая была так себе. Первый был, блин, комом. Потом акции, мне кажется, стали круче, круче, круче. О, ну это надо долго замешивать. Так, ладно, оставлю так. Вот такая колбаса. Надо слепить лайк. Точно, надо слепить лайк. Чтобы слепить лайк, знаете, что нужно? Нужно отделить маленький кусочек и сделать кулачок из глины. Хоп. Мы вот так чуть продавливаем, будто бы это рука. Ну можно вот так сделать. Хоп. Вот, типа это рука. Вот так чуть-чуть раздавливаем. И делаем палец. Чтобы сделать палец, вот такой, хоп, делаем. Потом ноготь ему отпечатываем. Хоп. О, все, инопланетный палец у нас получился. Во, все, получился лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Ну, отличный лайк получился. Офигенный. Всем пока!